хорошо. Опять у нас какая будет? Согласная, да? Согласная. А у будет гласная. Опять произносим. Вот. То есть мы губки вытянули вперед, да? Здесь у нас было ма. Мы ротик открывали кругло, да? А теперь му. А теперь вот посмотри сюда на вот этот. Вот у нас просто квадратики. А вот у нас, смотри, синий и красный, да? У нас первое сначала идет согласная, да? Вот. Вот согласная идет, да? Вот она у нас должна согласная быть. Она сливается с какой? С гласной, да? Вот она гласная, видишь? Вот она синяя, вот она красная. А для чего у нас зеленая была? Не помнишь? Зеленая. Что она обозначала? Мягкость обозначала, да? Хорошо. Пусть этот лежит, слог. Вот это все у нас будет. Что у нас это будет? Слог. Слияние. Повтори. Слог. Слог. Слияние. Слияние. Сюда пальчик ставь. И читаем. Му. Хорошо. Теперь давай. Во-во. Хорошо. Вот. Это что у нас вот это? Слог. Слог. Повтори. Слог. 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 Вот он. А это что у нас? Вот это. Тоже слог. Вот это слог. Буква. А это, видишь, мы обозначили геометрическими фигурами слог. Так, хорошо. Теперь давай посмотрим сюда. Хорошо. Вот скажи мне, вот это что такое у нас? Ну, а что это у нас? Слог. Видишь он? А вот это что такое у нас? Ну, что это такое? Буква. Буква. Вот это слог, а это буква. Так, вот это что у нас? А. Это что у нас? Слог. Вот она, видишь ты, А, это буква. Но эта буква, вот эти гласные, они могут составить целый слог. Это что у нас? Ну, это что у нас? Буква? Буква. Хорошо. Вот это что у нас? Ну-ка, читай. Ну? Ну, сливай. Нет, вместе сливай. Тяни так. Хорошо. Это что у нас? Слог? Вот он, слог слияния, видишь? Согласная, гласная. Согласная, гласная. Теперь читаем. А. О. А вот этот слог подходит сюда? Нет. Вот здесь у нас будет слог наоборот. Посмотри. Наоборот будет. Сначала будет А, а потом будет согласная. О, а потом будет согласная. То есть вот это, смотри, здесь синенький, вот они слоги. Синенький, согласный. А здесь красная, вот он будет. Хорошо. Ну, а теперь давай на 15-й странице почитаем. Ставь сюда пальчик. И будем читать. Давай, вот здесь начинаем. Не-не-не-не-не. Сразу читаем. И открывай ротик. Здрасте, это какая у нас? А? Это какая у нас? Вот это. Вот. Ма. Вот она. Ма. А теперь смотри у нас. Вот. А теперь. Ма. Хорошо, давай дальше читаем. Нет. Сразу слог читаем. Вот, открываем ротик вниз. Пальчик. Хорошо. Читаем дальше. Эту букву читаем. Она впереди стоит. Это какая у нас буква? Вот это какая у нас? Какая вот эта? Так вот и читай ее. Вот дальше. Опускайся ниже. Не закрывай буквы. Дальше читаем эту.
Ну-ну. Хорошо, дальше. Ма. Хорошо. Ма. Хорошо. Читаем эту букву. Смотри на меня. Это какая? А-а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 
Отдыхаем. Хорошо. Дальше. Хорошо. Давай читаем это быстро. А. Ой, дальше ниже. А. А. Нет. У. А. Дальше. М. А. Это что за мы а? Как мы читаем? Неправильно читаешь. Смотри на меня. Вот. Ну-ну. Ма. Дальше. Дальше. Опускайся ниже. Ну. Не-не, все вместе читаем. Тянем. Во, хорошо, дальше. Хорошо. Дальше. А-м-а-у. Вот, хорошо. Ну, а теперь посмотри на эту картиночку. Как вот ты на этой картинке видишь? Скажи, на этой картинке, полный ответ, на этой картинке я вижу, ну, повтори. На этой картинке. На этой картинке. Я вижу. Вижу. Детей, да? Детей. Вот. Куда они ходили? Они ходили в лес, лес за грибами. Ты должен всегда отвечать полным ответом на поставленный вопрос. Что у мальчика в ведре? Говори, у мальчика. У мальчика. В ведре. В ведре. Грибы. Грибы. Хорошо. А что сделала девочка? Спряталась. Полный ответ. Девочка. Девочка спряталась. За? Дерево. За дерево. А мальчик что, испугался? И как он кричит? Ау. Ау. Ну, может, это и даже мама, да, спряталась, а он кричит. Ну-ка, давай прочитаем, что здесь написано. Пальчик ставь. Ма. Что получилось? Ма. 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 Что получилось? Мама. Мама. Ну-ка, теперь давай сюда смотрим. Ма. Ма. Что получилось? Мама. Мама. Дальше читаем. А-у. Вот, он кричит, мама, ау. Значит, это кто у нас здесь за деревом? Мама. Дальше читаем. А-у. Ау. Ау, так читаем. Ау. Он же кричит. Дальше. Ма. Ма. Вот, и как он кричит? Ау. Ау. Мама. То есть он испугался. Мама с ним, наверное, пошутила, да? А он испугался. Мама спряталась. Видишь, как нельзя далеко отходить от родителей, когда в лесу, да? Можно что сделать? Потеряться. Можно потеряться, заблудиться. Все, мои хорошие, на сегодня.